Нет, эта корова, она еле живая. Ты же видишь, как она двигается. Нет, и вон та. Нет, зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службу безопасности поручил одеть вам наручники во главе с ним. И Качанова, и следом туда. Анфимова выгнал как минимум с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю. Разбираться. В чем разбираться? Он считает, что это нормально. В чем он разберется? Вы что, больные? Ты же Освенцим. Если они больные, здесь должно быть сухо, чисто. Понимаешь? Сухо и чисто ежеминутно, ежечасно. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже... уже на шерсти закорело все там. Значит, Наталья Ивановна, подготовьте завтра указы обоих в отставку. Губернатора третьего. И следом по Лавренкову принимайте решение. К вечеру, чтобы на столе здесь лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих, тут еще были люди, которые за это должны были отвечать конкретно. Понятно? Всех под нож. Всех до единого. Леонид Васильевич, уголовное дело возбудить по всей строгости закона. Есть открыто. Ко мне не обращайся. Виноват, наручники сразу в следственный изолятор. Ты понимаешь, что я сказал? Понял, да.